день, с вами Юлия Бахтина, и сегодня очередное задание от Александра Голоновского. Мне нужно было сегодня прямо сдвигать горы и сделать в два раза больше, чем я запланировала. И мне на самом деле это удалось, и единственное, я встала немножко пораньше, и я умудрилась вот убрать елку, распилила ее и выбросила в мусорку, разобрала шкаф, убрала одни книжки из одного шкафа, переложила их в другой шкаф, вот, освободила место там для папок. Вот, в итоге я целых два шкафа организовала. Также я успела собрать ребенка и вместе с ней поехать на работу, то есть для этого я приготовила покушать, чтобы взять с собой. Успела также выбросить макулатуру, которую вожу уже с собой в машине, уже неизвестно сколько. И вот наконец сегодня буквально это потребовалось там 3 минуты, чтобы выбросить эту макулатуру. Вот. Успела также съездить с ребенком на день рождения. Вот сейчас, если слышно шумы, это вот как раз я нахожусь в детском комплексе, где дети тут отдыхают. Вот. Успела также попраздновать день рождения, на это покушать торта. И на самом деле у меня день еще не закончился, у меня еще только середина дня, но и продолжение следует, то есть еще дела будут выполнены к концу вечера. Но так как мне нужно выложить немножко пораньше видео, то вот я отчитываюсь прямо сейчас. Вот. И на самом деле я для себя поняла, что вот этот процесс самоорганизации, когда намечаешь планы, то на самом деле можно успевать сделать намного больше. Вот. Так что огромный в нас потенциал, и просто нужно немножко организоваться. Вот. Спасибо вам за внимание, спасибо Александру за такие замечательные задания, и всего вам наилучшего, до скорых встреч, с вами была Юлия Бахтина.